Сегодня на заседании краевого правительства обсудили социально-экономическое развитие региона и исполнение бюджета за первый квартал этого года. В целом ситуацию оценивают как стабильную. Отмечается рост в промышленности и сельском хозяйстве. А краевой бюджет за этот период впервые за 4 года исполнен с профицитом. Доходы превысили расходы более чем на 3 миллиарда рублей. Социально значимые направления профинансированы своевременно и в полном объеме. Деньги тратили на помощь территориям, капитальные расходы, оплаты труда работников бюджетной сферы и меры соцподдержки. Анализ итогов исполнения бюджета за первый квартал показал, что ситуация в целом чуть лучше предыдущего периода, однако где-то сохраняет свою неустойчивость в связи с низкой ценовой конъюнктурой. Но при этом, конечно, было обеспечено бесперебойное финансирование всех социально значимых расходов, где была небольшая кредиторская задолженность, безусловно, она была погашена и не допущен ее рост. Как я уже сказал, большая работа проведена с Федерацией по заключению соглашений, проведены две корректировки. Вместе с тем, конечно, нам еще предстоит большая работа до конца года по всех участников бюджетного процесса по выполнению тех плановых параметров по доходам, расходам, которые у нас сегодня утверждены бюджетом. Поэтому призываю всех к активной работе.